Друзья, всем привет! Вы на канале «Вокруг Земли». Мы находимся в Паттайе, в Таиланде. Приехали в Централ Паттайя. Тот же Централ Фестиваль, бывший в центре. Короче, находимся. Приехали в кафе сходить. Точнее, даже, наверное, это рестораном можно назвать. Сейчас покажем, что там будем вкусно кушать. А пока едем вовнутрь, на первый этаж. Хорошо, заходишь в торговый центр и просто сразу прохлада веет. Это, конечно, очень замечательно, потому что на улице, как обычно, всегда очень жарко. И торговые центры, 7-Eleven, они прям выручают в Таиланде. Да, реально спасение от жары. Вообще круто. Народ всегда здесь, понятное дело, в торговых центрах. Не было такого, что заходишь и пусто. Вот фудкорт, кстати, есть такой. Ну, знаете, если сравнивать, например, фудкорт с терминал 21, там гораздо вкуснее еда и дешевле. Все цены, конечно, подороже, и мы кушали, ну, как бы так, не очень прям вкусно. Даже вот элементарно, смотрите, ценники. 100-120 бат, как бы, ну, такая цена. А в терминале там от 20 бат, как говорится, начинается и выше. Но хотя мне говорили, что где-то в конце, подписчик один написал, что в конце сам есть тоже фудкорт, там подешевле. А вот здесь мы кушали в прошлый раз. Брали здесь супчик с морепродуктами. Кстати, порции здесь такие большие довольно-таки. Ну, супчик на любителя, такой сладенький бульон был, то есть кому как. Ну, в принципе, неплохо. 85 бат средняя цена. Это очень вкусно. 80 даже есть. Ну, есть даже по 80. Ну да, тут на любителя, если честно. Да, как бы вот сладенький бульон. Ну, мне понравился, кому-то не очень. Тут надо смотреть. Разные наполнители просто. В основном лапша и там креветки, не креветки, мясо, яичко кладут. То есть, в принципе, неплохо. Еще хотели мы как-то... А, сейчас, смотрите, прикол покажу. Пицца. Кусочек пиццы 70 бат. Смотрите, 210 рублей за кусочек маленькой пиццы. Это, конечно, вообще космос цены. Вот это, представьте, высохший кусок с оливками. 65 бат кусочек. Ну, как бы космические цены вообще. Ну, в России покупали в свое время за 200 рублей. За 200 рублей пиццу. Ну, она как бы маргарита только была. Сейчас она 300 стоит. Вот здесь вот, да, это китайская какое-то... Корейская, да, даже, ой, китайская, корейская, да, вон даже значок корейский, корейское заведение, и здесь вот лапша, она, смотрите, вообще дешевая, вон, 69, 79, 89, то есть цены вообще шикарные, это да, рамен, кто любит рамен, можете сюда прийти, сейчас цены вам еще так покажу. Ну, а вот здесь вот, наверху лапша. Порции, кстати, большие. Мы как-то видели, здесь готовили при нас. Тарелочка прям, а вон, наливает. То есть порции здесь хорошие прям. Так что тоже, в принципе, если желаете раменчика покушать, приходите. Цены совсем такие хорошие. Вон кимчи еще есть, салатики. 40 бат. Там даже, кстати, роллы какие-то есть. Попить можно водичка, 19 бат всего. Хороший ценник, в принципе, да, вот даже если элементарно брать обычную, вот, да, оригинальную рисовую лапшу, 69 бат. Кто мясо ест, вот 79, 89. Ну, приемлемо. Цены такие нормальные. Роллы, а где роллы? А вот там тоже. Вон они. А, ну да, кстати, вот, смотрите. Роллы, кстати, такие интересные. Туна, кимчи. Представляете, начинка. Тунец и кимчи. Корейские роллы. Тунец с майонезом. Вот есть вегетарианские, 130 бат стоят. С кимчи получается? Да, у них в основном кимчи везде.
общем, поднимаемся мы в ресторан Hilton. Хотим посмотреть, чем сегодня здесь будут кормить. Потому что здесь есть буфет. И в этом буфете каждый день есть определенное меню с едой. Так, второй этаж. Интересно, что тут? Какой-то зал, холл. Нам нужен этот безлимитный буфет найти. А, здесь просто зал ожидания, второй этаж. Так, пахнет очень вкусно. Тут, кстати, даже смотровая площадка небольшая. Вот здесь чилят люди. Красиво. Бассейн вот там. Народу много. Сейчас я вам покажу смотровую площадку. Вот так здесь красиво. Можно прийти, фотографироваться. Там вон море уже, вид красивый. Но здесь не поплаваешь, просто как бы такая это водичка здесь. А вот там вот уже, в той стороне, ну там уже надо по карте. Просто так туда не пройти, скорее всего. Там вон уже зоны, видите, загорает, там бассейн есть, можно плавать. Так, ну нам надо посмотреть буфет. Безлимитный. Он должен быть ниже, я так помню. Насколько я помню. Thank you. Так, внизу, вон гремят уже посудой, располагается буфет, но он, по-моему, до полтретьего сегодня. Не знаю, так. Позволят ли нам заснять? По-моему, они уже закрываются. Ну да, все уже закрыто. То есть они, видите, все убирают, всю посуду. До 14:30 только у них по расписанию. А время у нас уже без 15:03. В общем, все. Ничего не снять, все убрали. Ну ладно, как на следующий раз, может быть, покажем. Здесь, в общем, у них хорошее меню, ресторан, здесь у них морепродукты, шоколад, вино, все вот это есть. Так вот выглядит в целом. Хавчик уже убрали. Окей. Вот смотрите, по дням недели 7 дней, 7 разных меню, так сказать, наименований. Вот сегодня среда, сегодня какое-то американское было. Вот с 12 до 2:30. 650 бат стоит за человека. Ну, каждый день по 650, а вот нет, выходные 750. А вот это вообще 1450. В автоматах с водой. Напитками. Смотрите, какие цены. Только в Таиланде может быть такое. Вот эта вот вода 7-Eleven стоит 20 бат. Здесь она стоит 17. Представляете? А какие-то вещи даже дешевле. Какие-то также, какие-то, ну, чуть-чуть, может, подороже. Но вот водичка стоит 20, например. Ну, так вот. Вот это, по-моему, стоит 13 или 14 бат напиток. У нас бы в России в 3 раза цену подняли. Короче, в общем, мы сходили до этого ресторана, посмотрели и решили пойти на фудкорт. Так просто раменчика захотелось. Посмотрели, еще роллы сейчас, наверное, закажем. Лучше, короче, не ходить, блин, в одно место и потом уходить в другое. Так делать не надо, короче. Пришел в одно и все, и сел. И ты уже вот... А тут посмотрел, роллы, ромэнс, это красиво, вкусно, и... не, пойдем. И все-таки получается так, что мы не пойдем от ресторана, а пойдем кушать ромэн и роллы. Ну, в это кафе, значит, в следующий раз сходим. Ничего страшного. Взяли себе напиточки.
В общем, вот такой вот. И зеленый чай с наполнителем фруктовым. Он там готовит. Вот, друзья, в общем, так эта вкусняшка выглядит. Мы здесь уже брали чай, нам не понравился. Он был слишком какой-то горький, да? Тайский чай, самый дешевый там был 19 бат, но он какой-то был не очень. А чисто, вот это, мне кажется, будет нормально. Чисто тайский чай. Ну, да. Здесь посмотрим, как будет. Кстати, у нас даже не спросили по уровню сахара, сколько нам нужно. А до этого спрашивали, да? Или, может, уже сиропы, типа, и так сладко? Наверное, и так сладко. Как на Джимтьене, вот мы сколько раз берем, нас спрашивают у меня постоянно, типа, сколько вам сахара? От 0 до 100. Сейчас пойдем на фудкорт пить эту вкусную штуку и есть роллы с супом. Рамен. Рамен очень вкусный. В общем, в чем суть? Подходите, кладете денежки на карту, дают карточку и уже вперед по фудкортам. Сейчас положим денежку и возьмем раменчик с роллами. В общем, суши нам готовят роллы. Там супчик сейчас будут накладывать, но пока не делают, потому что он остынет. Сначала сделают нам роллы, а потом уже, я думаю, супчик, наверное. Рыбка, тунец и кимчи. Личинка такая хорошая. Наполнитель. Как-то так. Короче, супчик и роллы. Кимчи с тунцом. Не знаю, как супчик. Сейчас попродегустируем. Так, друзья, будем пробовать. Роллы сначала продегустируем. Острые, наверное, должны быть с кимчи. Соленые. Не острые, соленые, но очень вкусные вообще. Прям свеженькие. Ну, риса, конечно, если у нас дофига риса в России на роллах, да, и начинки мало. Здесь наоборот. Да. Здесь очень мало риса и начинки прям много. Реально вкусные. Вообще, прям вот рекомендую. Если будете здесь, обязательно возьмите, не пожалеете. Так, пробуем супчик. Такая нормальная порция. Бульон наваристый. Дает шпинатом. Тут в составе какие-то специи, орешки, ну и сама лапша. Еще что-то непонятное.
Зелень? Зелень всякая, да. Ну, варианты были разные. Так. Бульончик отдает этими травой, короче, шпинатом. Лапша похожа, знаете, на что? Вот с вермишелью суп, когда дома делаешь, спагетти. Прям копия. Ну, в принципе, неплохой. Но вот в предыдущем кафе, где мы были по 95, по 85 баллов, были это супы. Вот это. На канале есть ролик, именно как мы там покупали. Тоже, ну, посмотрите, есть даже мукбанг отдельный ролик. Но там вот суп вкуснее, чем этот, на самом деле. Но он и стоит подороже немного. А на Джимтени, когда мы пробовали рамен? Джимтени. Из трех, если брать, какой вкуснее? На Джимтени самый вкусный был. Первый, да, на первом месте, а это на третьем. Это на третьем. Ну, попробовать надо было. Просто бульон, он такой немножечко... Ну, короче, вот такое ощущение, как будто в России вот суп сварил с макаронами в России. Дал туда овощей, вот то же самое. Немножечко как-то лапша. Мне просто не нравится такая слишком мягкая лапша. Вот она здесь такая. Ну, попробовать надо было. Ну, в принципе, есть можно нормально. Ништяковое место. Такая площадка. Выходишь, и у тебя вид на первую линию. Бали Хай. Получается, по-моему, третий или четвертый этаж. В общем, самый угол проходит и просто выходит на площадку. Вот создали очки виртуальной реальности. Сейчас еще Apple выпустил. Вот видите, ходят, бегают тут ребята, с ума сходят. Вот так сейчас по улице будут люди ходить. Смотрите, что делать. Вот с Apple также сейчас люди будут ходить.